каждого, кто пришел сюда, душа этого требовала. Вообще русская песня в традиции, в народе, это то, что у нас глубоко есть в каждом. Вот не зря, я не помню ни одного концерта, чтобы люди остались равнодушными. Случайно попала в этот ансамбль, просто приехала с Кемерово. Ну так, получилось, что это надо найти работу. Вот искала, искала и наткнулась на этот ансамбль случайно. Ну пришла, вроде все простые такие люди, а потом поработала, вроде бы как и все ансамбли, а на самом деле это действительно профессиональный ансамбль. Каждый человек тут на вес золота. Временами мне не нравится ансамбль, потому что там как-нибудь достают сильно что-нибудь, вот играют так вот. Говори по-русски. Ну, как по-русски, ну... По-народному. Ну, хожу, потому что надо, потому и хожу. Сцена – это что? Это ты просто выше, чем другие стоишь и играешь что-то. Господи, ну зачем вот я выбрал вот именно эту профессию? Ну зачем? А для того, чтобы вот я ее выбрала, потому что я даже сплю, вот разбудите меня, я вам спою любую песню. Зритель такой бывает, где-то грустный, где-то веселый, у которого охота вот выкрикнуть «Браво!», а другой просидит, промолчит весь концерт, даже не улыбнется никогда. Дети очень воспринимают наши концерты хорошо. Но мы стараемся нести вот эту вот доброту и красоту в народ, чтобы люди радовались. Вот почему Заволокин ездит по всем городам? Они же радуются этому, когда он приезжает к ним в город. Они же ждут этого момента. Ждут, потому что отдохнуть, повеселиться, поплясать. Потому что это сейчас редко так в наше время. Ну и мы стараемся время от времени давать концерты такие, чтобы народ отдохнул, повеселился. Поскольку мы являемся профессиональным концертным коллективом, сыграть произведение может любой. Может сыграть детская музыкальная школа ансамбль. И может сыграть профессиональный коллектив. Кто лучше донесет до нас? Плачи, например. Почему? Человек хотел выразить свои страдания, свои горести, донести до другого всю скорбь свою, всю тревогу свою. А что конкретно о наших девушках, так они мне тоже все нравятся, и всех я их люблю. У нас каждая неповторима. Это у нас не девушки, а песни. Это было давно, это было в 94-м году. После музыкального училища я пришла работать в филармонию. Я теперь пою песни, ну, когда вот заменяла Ольгу. Ну, что еще? Нравится в этом коллективе? Посмеяться. У нас очень веселый ансамбль. Вот. Мне нравится в него ходить. Ну, иногда как-то не хочется ходить на репетиции, а приходится. Я им хотел бы всем пожелать оставаться молодыми, талантливыми, красивыми, а себе, наверное, терпения больше. И упорства. Есть у артистов, большинство артистов, есть такая как бы болезнь, назовем ее, то есть желание выйти на сцену. Многие артисты за бесплатно могут работать лишь бы ради того, чтобы выйти на сцену, подарить людям радость. Донести то, что сам чувствуешь, то, что хочешь донести, и чтобы люди тебя поняли и откликнулись тебе. У каждого, кто пришел сюда, душа этого требовала. Вообще русская песня в традиции, в народе, это то, что у нас глубоко есть в каждом. Вот не зря, я не помню ни одного концерта, чтобы люди остались равнодушными. Молодежь сидит, кому-то дискотека нравится, кому-то там классическая, кому-то, ну, все что угодно, и рокеры, и кто угодно. Но после концерта почему-то все выходят и поют что-то из нашего репертуара.
вот приплясывают, пританцовывают, припевают, что-то и настроение у всех хорошее.